Знаете, последние годы мы много-много ездим по всему миру. Не только в вашей стране, а в многих-многих странах. И знаете, так интересно это было в моей жизни. Некоторые, возможно, слышали, я немножко потом позже расскажу о своем свидетельстве, но что я был в автокатастрофе, и в этой катастрофе я погиб. Врачи прописали меня мертвым, но Бог вернул меня. Вернул меня обратно к жизни. И об этом я немножко позже расскажу. Но когда еще полгода перед моей аварией, когда это все случилось, у нас были братья в гостях с Америки, мы еще жили в России, и они были в гостях у нас, и после служения уже мы сидели дома еще вместе, обедали, чай пили вместе, и в заключение мы еще вместе помолились, и во время молитвы одному из братьев, из этих американцев, было пророческое слово. Он подошел ко мне и сказал: «Так говорит Господь, я прикоснусь к тебе и явлю славу на тебе, и ты пойдешь по всему миру и будешь говорить об этой славе». Я тогда слушал, жена стояла рядом, и, знаете, если честно сказать, мы это слово пропустили мимо ушей. Потому что в нас это не вместилось, это слово. Первое, что меня как-то так смутило, насторожило, пойти по всему миру, это во все страны мира, это сколько виз нужно в каждую страну. Второе, сколько денег нужно для этого, чтобы везде достичь. И я сказал себе: нет, это невозможно. Но прошло время, и через полгода произошла моя авария. И теперь уже вот мы 11-й год живем в Германии. Я со своей семьей, я женат, у нас 6 детей. И мы живем в Германии. И знаете, когда я приехал в Германию, Бог так устроил, первые немцы, русские немцы, которые ехали в Германию, чтобы получить немецкое гражданство, им приходилось отказываться от русского гражданства, чтобы получить немецкое гражданство. И сейчас последние, которые сейчас в последние годы едут, им то же самое нужно делать. То есть они не могут получить немецкое гражданство, пока не сдадут русское гражданство. Но определенные там было буквально 4-5 лет, наверное, таких, которые, где Германия договорилась с Россией, и они разрешили вот этот промежуток времени, где разрешили обе стороны оставлять свое гражданство. Произошло, что где-то около 8-9 месяцев после моего, как мы получили паспорта немецкие, мы вдруг поняли, до нас дошло, что мы по этим двум паспортам можем ездить по всем странам мира, и нам нигде не нужна виза. Нигде. То есть там, где мой русский паспорт не хватает, хватает мой немецкий паспорт. В Америку, там, по всей Европе я могу по немецкому паспорту ездить, мне не нужна виза. Но сюда уже дальше, в Россию, здесь страны Ближнего Востока, я могу по моему русскому паспорту ездить, и мне опять не нужна виза. Бог все устроил. И мы бываем во многих странах мира, и будучи в одной азиатской стране, мы были тоже на служении, и к нам на служение пришел мусульманский имам. Ну, знаете, да, такие? Их раньше говорили о них мула. Но мула — это в мусульманском этом иерархии, это священнической. Мула — это самый низкий их титул. Да, это самая первая ступень. Следующие — это имамы. Уже, то есть они имеют образование. Мулы, им не обязательно иметь образование. Имамы, они уже имеют образование. И вот к нам на служение пришел мусульманский имам во всей своем обличии, так как он ходит там в мечети, и он пришел на служение. И он сидел так на первом ряду, и все наше служение он просто сидел и плакал. Слезы текли по его щекам. Я видел это. В заключении, когда было приглашение на покаяние, он не решился выйти. Потом уже, когда закончилось служение, я подошел к нему, и я задал ему этот вопрос. Мне просто было интересно, почему он плачет. Я говорю: скажите, пожалуйста, почему вы плачете? Что вас тревожит?
И он говорит мне: знаете, вот слушая вас, я понял о том, что я не на правильном пути. Я говорю: вот если вы пойдете дальше этим путем, куда вы придете? Он говорит: только в ад. Я говорю: вы туда хотите? Он говорит: нет, мне страшно. Я, бывает, ночи, говорит, не сплю, у меня нету сна, меня страх переполняет от того, что я попаду туда. Я говорю: но если вы боитесь туда и не хотите, тогда надо разворачиваться, значит, это неправильный путь. Говорит: прости меня, но не дави на меня, мне нужно время, я не могу так быстро это все. Я сказал: хорошо, мое дело тебе сказать, тебе решать этот вопрос. Знаете, я заметил, что вот странствуя теперь во многих-многих странах мира, я заметил вот этот вопрос ада и рая, жизни и смерти интересует каждого человека на этой земле. Каждого интересует этот вопрос. Знаете, что интересно, что наша Библия говорит также об этом. В книге Иова, в 14 главе, в 14 стихе, есть очень хорошие слова. И там сказано, что если умрет человек, будет ли он опять жить? И стоит вопросительный знак. Я думаю, что этот вопрос задавались и мы, сидящие здесь. Я как-то встретился с людьми, разговорился с ними, говорил о вечности, и они говорят: знаете, но кто оттуда вернулся? Вот если бы кто-то вернулся оттуда, ну вот тогда можно было бы поверить в это. Я говорю: хорошо, тогда слушайте внимательно. Мы как раз по правильному адресу. И мы беседуем с такими людьми. Дорогие мои, но это важно в нашей жизни, чтобы Бог дал нам отрезок времени на этой земле, чтобы мы определились, где мы проведем вечность. А вечно мы будем жить каждый. Хотим мы этого, не хотим, верим, не верим в это. От нас это не зависит. Мы будем жить вечно, потому что так решил Бог. Вопрос только стоит, где мы эту вечность проведем? С Богом или вне Бога? Знаете, мы люди, когда я особенно с русскоговорящими говорю людьми, и они говорят мне, что мы не верим в загробную жизнь. Я говорю им всегда: знаете, но в таком случае вы тогда больше не люди. Вы тогда не, больше не человек. Знаете почему? Интересно то, что когда Бог сотворил нашу землю, то Адам и Ева должны были дать название всему на этой земле. Не Бог придумал название всего на этой земле. Это Адам и Ева должны были. И они были грамотными людьми, умными людьми, чтобы дать название всему на этой земле. Но когда Бог сотворил человека, то не человек сказал: я буду человеком. Бог сказал: это будет человек. Это имя человек дал Бог нам. И знаете, вот когда русскоговорящие люди говорят мне особенно, что я не верю в загробную жизнь, я говорю: тогда ты больше не человек. Ты противоречишь своему имени. Смотрите, чело — это лицо. И век — вечность. Лицо вечности. Мы носим имя лица вечности. И если человек говорит: я не верю в загробную жизнь, я говорю: тогда ты не человек, ты противоречишь своему имени. Ты носишь название лица вечности, говоришь, не веришь в вечную жизнь. Дорогие мои, мы будем жить вечно. Так решил Бог. Аллилуйя. Знаете, я сегодня несу уже в 6-м поколении пасторское служение. Конечно, это большая честь для меня, то, что верил нам Господь. И я молюсь за это, что придет когда-то однажды этот момент, когда мы это служение передадим своим детям. Я желаю очень, чтобы каждый из них пошел этим путем дальше. Но я вырос в такой среде. Мы с детства учились молиться. Бабушка, которая жила с нами в доме, она с нами много времени проводила, учила нас молиться, учила стишки из Библии наизусть. Мы учили их, псалмы целые учили наизусть. Учили христианские песни петь.
Я не был никогда октябренком, не был пионером. Для меня молитва была нормальна. Для меня это был обыденный такой ритм жизни. Мы никогда не ложились спать без молитвы. Мы за стол никогда не садились кушать без молитвы. Из дома не выходили тоже без молитвы. Мы всегда молились. И это было нормально для меня. Мы собрались в очередную поездку. Еще два брата-служителя из других церквей, они были со мной, или можно больше сказать, я с ними, наверное. И мы собрались в очередную поездку посетить некоторые места по восточной стороне Байкала. Мы попрощались, или я попрощался со своей семьей, с женой, с детьми, и мы отправились в путь. Поздно вечером мы приехали в Усть-Баргузин, это была уже ночь, и мы переночевали в этом селе. И в пятницу, 20 января, мы весь день провели в этом селе. Там была уже небольшая группа, и это было такое личное общение, мы провели еще служение, и в личных беседах, в общении, в молитвах прошел весь этот день. Мы переночевали в этом селе вторую ночь, и в субботу, 21 января, мы рано утром выехали в следующее соседнее село, в Баргузин. Это была последняя точка, которую мы хотели посетить в этой поездке, и, в принципе, ради этого поселка мы туда и ехали. И Усть-Баргузин, он находится прямо на берегу Байкала. Баргузин. Нужно 40 километров уехать в тайгу, в сторону от Байкала. И мы приехали туда, это было где-то 9:30 утра. Церковь, эта группа, они нас ждали уже. Мы провели небольшое служение. Потом были еще чисто такое беседы церковного порядка, организационных вопросов. Потом личные беседы еще были. Мы вместе еще пообедали. И в 4 часа, в 16:00 после обеда мы собрались домой. Мы хотели проехать всю ночь, чтобы утром рано быть дома уже в нашей церкви на служение. Местные жители нас все отговаривали. Первое, что это была зима, таежные дороги сибирские. И следующее, что шел очень сильный снег. Они предлагали нам переночевать, чтобы рано утром поехать домой, но мы все-таки решились ехать, потому что мы хотели быть дома в воскресенье утром на служение. Конечно, эти дни все были очень насыщенные уже, и все были изрядно уставшие. Я сидел за рулем, и я сказал своим братьям, я говорю, вы раскладывайте сиденья, устраивайтесь удобно, спите, я сколько смогу буду ехать, и потом мы будем меняться. Я так думаю, что мы, наверное, даже еще из села не выехали, как они уже спали. И то, что так в этом снегопаде, густой снег шел такой, мы потихоньку продвигались, километр за километром продвигались дальше. Конечно, дорога была не одна из легких, но для меня это было не новостью. Я уже не первый день был на таких дорогах, в таких ситуациях, и поэтому мы двигались. Мы проехали где-то уже, наверное, 23 километра от Баргузина. И дорога так потихоньку спускалась уже вниз к Байкалу. Начало и темнеть уже. И я увидел, как снизу наверх мне навстречу ехали две машины. Я увидел свет фар. Я еще не мог различить, что это за машина. Я увидел свет фар. Ну, едут. Для меня это не новость. Единственное, что была одна колея, выкатанная в снегу, и здесь, в этой ситуации, нужно было разъехаться. Я потихоньку съехал на одну сторону колеи, и то, что снег был еще мягкий, я так мог потихоньку ехать дальше. И когда мы поравнялись с первой машиной, мы свободно с ней разъехались. Мы разъехались с ней, и от ветра наших этих двух машин, от этой встречной и моей машины, ведь этот снег, который так плавно ложился на землю, он весь полетел в воздух. И на пару секунд закрыл весь обзор моей дороги. Я одно знал, что сзади едет еще одна машина, и мне нужно быть осторожным.
И прежде чем этот снег улегся, прежде чем я что-то мог увидеть, произошел удар. Мы уже после поняли о том, что водитель был пьяный, это была грузовая машина, он был груженный углем, и он ехал по колее, он просто меня не видел. И то, что я съехал на одну сторону, и он зацепил нашу левую сторону. Он зацепил нашу левую сторону, оторвало переднее колесо, и от этого удара оторвало его передние колеса. Нас этой ударной волной просто откинуло в сторону, нас развернуло в воздухе на 360 градусов, а он пьяный и не соображает, все, он ведь давит на газ педаль свою, и он бьет нас второй раз уже больше на мою сторону, сорвал нашу крышу, и панелью приборов рулем меня вдавило сюда под живот в сиденье машины. Мы слетели с дороги, я понял, я был в сознании, и Бог так устроил человека, что вот это шоковое состояние, я думаю, что если бы, наверное, этого состояния не было, человек, наверное, мог бы умереть сразу от этих болей всех. Но шоковое состояние, я не чувствую ни боли, ничего, я в сознании. Я понял, что мы столкнулись со второй машиной, и когда все утихло, мы слетели в одну сторону с дороги, он слетел на другую сторону, когда все утихло, моя первая реакция была, первая мысль, что с моими пассажирами. Я так повернулся вправо, Виктор, который сидел здесь впереди, я смотрю, как он увидел, как он подскочил, и он пытается открыть дверь. Ее заклинило, он разворачивается, бьет ее ногой, и она открылась, и он выпрыгнул на улицу. Думаю, ну раз выпрыгнул на улицу, значит, живой. Я так повернулся назад, сзади на заднем сиденье спал Сергей, и он так лицом на ту сторону был, Сергея нет. Думаю, куда он делся? А от удара он скатился между сиденьями. Здесь открывается задняя дверь, и Виктор его хватает так за плечи, вытягивает на улицу. Он его поставил в снег, и они там начали вместе смеяться еще. Но думаю, раз смеются, значит, все нормально. Значит, мне надо теперь отсюда выбираться. В мою сторону сюда я не смогу, потому что здесь все вмято. Мне надо на ту сторону. И когда я начал шевелиться, чтобы выбраться из-под руля, моя левая нога повисла в воздухе, она здесь сверху в бедре была сломанная. Я понял, что я сам не выберусь, и я говорю, Виктор, вытащите меня, у меня нога сломанная. Как они меня вытащили из машины, я не помню. Я был в сознании, но это не помню. Они расстелили мою шубу и положили меня на снег, на шубу, и я увидел, как они начали молиться, чтобы теперь очередная машина пришла, чтобы меня увезти обратно в больницу. И, правда, это было очень быстро. Следующая машина была очень... Она приехала, очень проезжала мимо, и было совсем мало. Я даже замерзнуть не успел. Она остановилась, тоже была грузовая машина. Виктор сел туда, меня положили тоже каким-то образом туда. Сергей остался на месте аварии, и мы поехали обратно в Баргузин, в этот поселок, откуда мы выехали, в больницу. По дороге, когда мы уже были в дороге, я начал потихоньку отходить от шока, и я начал чувствовать очень сильные боли здесь с левой стороны. Я начал задыхаться, и мне стало не хватать воздуха, и я говорю, Виктор, у меня, наверное, ребра сломанные, потому что мне так больно дышать. Таким образом, мы приехали в больницу. Меня занесли в приемный покой, положили на каталку, носилки. Медсестры обступили меня и говорят, а мы делать ничего не будем, потому что все врачи дома. Ну, там в Сибири такое может быть. Благо, что здесь во дворе стояла скорая, машина скорой помощи, которую сразу отправили за врачом. И вот так мы ждали врача. И вот в это время, пока мы ждали врача, в глазах начало все темнеть, и я понял, что я потихоньку теряю сознание, ведь мозги работали то. И мне глаза уже были закрыты. Через какое-то время я так вдалеке-вдалеке услышал, как хлопок. Я потом понял, что это, по всей видимости, была дверь. Забежал врач, он так подбежал ко мне и низко-низко склонился над моим лицом. Я думаю, что если бы он стоял, я бы, наверное, уже ничего не слышал и не видел. Но он так низко-низко склонился
над моим лицом, не раздеваясь даже. И он первое сразу, что начал, он начал пальцами открывать мои глаза. По всей видимости, просто хотел еще увидеть, жив ли я вообще. Вторую руку он положил на пульс, и, не поднимая головы, он так резко ее повернул на медсестер, и это я еще тоже мог услышать, как он сказал: пульса нет. Они попытались еще что-то сделать, по всей видимости, измерить давление, но по всей мимике лица, его лица, я увидел это тоже, что они уже ничего не могли сделать. И он вскочил и что-то начал просто кричать. Слов я уже не мог различить. Я думаю, что он просто отдавал приказы. И это было последнее, что я еще слышал, как медсестры схватили эти носилки и побежали так со мной по коридору. Этот цокот каблучков от их, и это было последнее, что я еще слышал. Я потерял сознание. Все остальное, что я сейчас дальше буду рассказывать, это то, что мне потом сами медсестры рассказывали, что-то и врач рассказывал, медицинские документы, которые они мне дали потом. И они бежали со мной в операционную. Больница была трехэтажной, им нужно было еще на второй этаж подняться. И они бежали со мной в операционную и начали меня очень быстро готовить к операции. Их не интересовала больше моя сломанная нога, их интересовало, что внутри. Потому что раз нету пульса, я от чего-то потерял сознание, значит, что-то внутри. Эпикриз. Выписка из истории болезни номер 157. Берглезов Андрей Анатольевич, 27 лет, находился на стационарном лечении в хирургическом отделении Баргузинской центральной районной больницы. С 21 января 1995 года по 28 февраля 1995 года с диагнозом: тупая травма живота с разрывом селезенки левого купола диафрагмы, эвентрация желудка ободочной кишки, большого сальника в левую плевральную полость, гемоперитонеум, закрытый перелом левого бедра со смещением, травматический шок. Когда они меня приготовили к операции, они меня вскрыли, то есть я был здесь весь вскрыт, они меня вскрыли, и когда они меня вскрыли, то врач пришел в ужас. От того, что этой панелью приборов рулем меня вдавило в сиденье машины, от этого оторвало все мои внутренности. Порвало селезенку, диафрагму, легкие, и все мои внутренности улетели сюда под сердце. Уже 3 литра крови, которые были в полости живота, перемешаны с порванными моими внутренностями. И врач просто пришел в ужас, потому что в больнице не было резерва в крови вливать новую кровь в меня. Они даже не знали, что делать со мной. И врач принял решение, он отправил медсестру, она просто побежала в поселок из дома в дом, ища доноров, чтобы кто-то сдал кровь. И вот когда медсестра уже ушла, и врач, они вытащили эти все внутренности, и они начали вычерпывать эту кровь, каким-то образом ее процеживать и обратно вливать в мои вены. Об этом уже после рассказала врач, уже когда мы были, я был уже дома. Это была сестра, она была врач, кандидат в депутаты нашей городской думы, и она была членом нашей церкви. Она мне после этого рассказала уже, когда я был дома, и она сказала, говорит: Андрей, когда я услышала об этом, что эту кровь в тебя обратно вливали, у меня просто волосы встали дыбом. Говорит, эту кровь можно обработать, но первое, не в их условиях, у них нету этих условий. Второе, так быстро, это просто невозможно. Это по-медицински отравленная кровь. И врачи, они просто пошли на риск, потому что ничего не оставалось делать. Крови-то не было. И по-медицински, как она меня тогда говорила, что это за 3 секунды остановка сердца. И мое сердце, оно через пару минут действительно остановилось. Когда они установили, что все кончено, они сложили это все обратно, закрыли мне на 4 шва, или медики говорят 4 скобки, переложили меня на каталку, накрыли меня простыню и выкатили в другую комнату. Там я должен был отлежаться еще определенное время. Так остановилась моя жизнь на этой земле. Многие часто думают о том, что вот могильной плитой закончится все. Могильная плита завершит мою жизнь. Если вы об этом также сегодня думаете, то я хочу вас сегодня разочаровать. Я хочу вам сказать сегодня, что могильной плитой только все начинается.
Бог дал нам отрезок жизни на этой земле, чтобы мы, пройдя его, приготовились к вечности. И где мы эту вечность проведем, зависит от меня и от тебя, от каждого из нас. Бог приготовил для нас вечность, и Он приготовил вечность для дьявола. Но мы, люди, выбираем, и это право оставлено за нами, пока мы живы здесь, на этой земле. И где ты ее проведешь, эту вечность, зависит от тебя, мой дорогой друг. Когда, я хочу теперь вернуться обратно, когда остановилось мое сердце, давайте мы оставим теперь мое тело, оно так и так больше никого не интересовало. Но в этот момент, когда остановилось мое сердце, я почувствовал, как я вышел из своего тела, и я начал подниматься наверх. Я дошел до потолка и прошел через него. Он мне не мешал. Я прошел через следующий этаж, через крышу больницы. Это тоже мне не мешало. И в один момент я оказался сверху больницы. Я посмотрел так вниз. И опять мне ничего не мешает. Ни стены, ни крыша, ничего. Я вижу операционную, я вижу свое тело. И вижу, что врачи пытаются с моим телом что-то сделать. Искусственное дыхание, электрошок, массаж сердца. Они хотели меня вернуть обратно к жизни. И я, видя все это, меня посещает мысль, зачем? Я не хочу назад. Мне здесь больше ничего не болит, и здесь так хорошо. Я не хочу назад. И в этот момент, когда я так размышляю над этим, видя свое тело, я вдруг слышу пение. И это пение, оно шло со всех концов. Оно шло сверху, оно шло снизу, спереди, сзади, справа, слева, со всех сторон. И я хочу вам сказать, дорогие мои, я не смогу это описать. Здесь на земле так не поют. Это что-то грандиозное. Это небо поет, это поют ангелы, это поют спасенные. И это прекрасное. Я хочу только одно сказать, дорогие мои, когда я приду туда, а я пойду обратно туда, то я тоже буду петь и славить моего Господа. Это прекрасно. И вот, слыша это пение, я оторвал свой взгляд от больницы, и я начал смотреть так по сторонам. Думаю, кто же здесь может еще петь? Я так посмотрел вдаль, вперед себя. Пение, оно шло из других концов, но так вдаль от себя я увидел большую-большую толпу людей в белых блистающих одеждах, и они тоже пели. И они шли мне навстречу. И они шли мне все ближе и ближе. И когда они подошли настолько ближе, наверное, метра так 4-5 от меня, что я настолько, что я даже мог лица уже различать, вдруг из этой толпы отсоединяется молодая девушка, и она начинает идти ко мне. И в этот момент, когда она идет ко мне, я смотрю на нее так, и я ее вдруг узнаю. Это была девушка из нашей церкви, которую мы похоронили за 2 месяца перед моей аварией. Это была Аня Токарева, ей было тогда 17 лет, и она болела белокровием, лейкемия. И в конце ноября мы ее похоронили, а в конце января моя авария. И она тоже в этой белой, блистающей одежде, она поет сияющим лицом. Она идет ко мне, и я ее узнаю. Она так подходит ко мне, так вот с моего правого так боку, берет меня за руку и так заглядывает мне в лицо. И таким сияющим лицом говорит: «Андрей, ты тоже здесь?» Я говорю: «Да». Она говорит: «Как это здорово!» И в этот момент, когда она вот говорит эти слова, наступила тишина, все перестали петь. И когда она сказала вот эти слова: «Как это здорово!» Опять начинают все петь. Знаете, дорогие мои, такое чувство было, как будто все небо пришло меня встречать. И я хочу вам сказать, дорогие мои, это что-то особенное. Я хочу просто вдохновить вас, стоит идти дальше этим христианским путем. Стоит идти за Господом, потому что нас ждет там, в небесах, самая прекрасная встреча. Нам не будут стелить красных ковров, мы пройдем по золотым улицам небесного Иерусалима.
И сам Иисус придет нас встречать. Ни одного президента здесь на земле так не встречает, как нас там будут встречать. Дорогие мои, о, я жду этой встречи. Это будет что-то особенное. И я пойду обратно домой, потому что мой дом там, в небесах. Я здесь только временный житель. Но я хочу теперь немножко вернуться обратно к этому моменту. Они начинают опять все петь. И здесь момент, и я над нашим городом. Нету больше времени, нету больше расстояния. Я над нашим городом, и я над этим домом, где эта девушка жила. Это девятиэтажный дом на 7-м этаже. Ее мама до сих пор живет в этой квартире. Я сверху, и я могу видеть опять все, что происходит в квартире. Ни стены, ни крыши, ничего мне не мешает. До детально все я могу видеть, что происходит в квартире. Я вижу, так вот, если взять теперь справа налево от меня, так я сверху, я вижу зал, и как мама этой девушки, Наташа ее зовут, она сидит в кресле, она сидела в правом кресле, и облокотив так голову на руки свои, она сидела и плакала. Я видел, как слезы капали прямо на пол. И смотря так со стороны на нее, наблюдая за вот этой картиной, как она плачет, я вдруг слышу голос. И этот голос, он пронзал всю вселенную, как раскаты грома. И от этого голоса нельзя было скрыться нигде. Ни там на небе, ни здесь на земле, ни под землею. Здесь не нужно было объяснений. Я сразу понял, что это говорит Бог. В этом голосе чувствовалась власть, сила, но в то же время любовь. И он начал мне задавать вопросы. Многие часто мне говорят о том, что если я туда приду, я уж найду, что ответить там. Если вы так же думаете, то я хочу вас опять разочаровать. Я хочу вам сказать, что это будет самая последняя глупость, которую вы еще сделаете. Потому что там мы будем стоять перед праведным Богом, и там все будет ясно и понятно. Мы не сможем ответить ни на один вопрос. Первый вопрос, который он мне задал, что она делает? Я растерялся, мне казалось, зачем здесь еще вопросы? Ведь видно, что она плачет. И я в такой растерянности говорю, Господи, плачет? Второй вопрос был, зачем? Я не нашел ответа, я просто промолчал. Каждый ответ был просто глупостью. Следующий вопрос был, неужели вам больше делать нечего, как сидеть и плакать? Я молчал. Я не находил ответа, но он продолжал говорить и сказал, я хочу тебе что-то показать, теперь посмотри. Я оторвал свой взгляд от этого дома, от этой квартиры. Я так поднял свой взор, и подо мной так был весь наш город. Где-то около 400 тысяч жителей нашего города. Я увидел прямо, как с середины города начиналась широкая-широкая дорога. Она начиналась прямо с середины города. Она так поднималась над городом, шла поверх города, поворачивала влево и пропадала за горизонтом. «Посмотри на эту дорогу», — сказал он. Я посмотрел на эту дорогу, и я увидел там людей. Эта дорога была просто забита людьми. Настолько забита, что, казалось бы, если бы кто-нибудь еще один захотел бы поместиться на эту дорогу, и ему бы остальных пришлось бы всех расталкивать, настолько она была забита. И опять вопрос. «Ты знаешь, куда ведет эта дорога?» Я говорю, «Господи, знаю, эта дорога ведет в ад». Это было ясно и понятно. «Посмотри еще раз». «Назад», — сказал он. Я посмотрел опять назад на город, и я увидел опять же отсюда с города еще одну дорогу. Но по сравнению с этой широкой дорогой, она была узкой. Она казалась просто тропинкой. Она тоже начиналась отсюда с города, она так поднималась над городом, но она уходила все так вправо, поворачивала и все выше, выше, и уходила под облака. «Посмотри на эту дорогу», — сказал он. Я посмотрел, и там увидел тоже людей.
Я их не считал, но я думаю, что цифр мне бы хватило их пересчитать, так мало их было. И опять вопрос. И эту дорогу ты знаешь? Я говорю: Господи, знаю, эта дорога ведет к тебе в небеса. И он продолжал и сказал: твоя миссия на этой земле не закончена. Ты пойдешь обратно. Я продлеваю дни твоей жизни. И твоя задача будет с этой широкой дороги на эту узкую дорогу вести людей. Знай, что время коротко, используй это время. Это были последние слова. Здесь момент, и я опять в моем теле. Я открыл глаза, все темно, я чем-то накрыт. Мысли быстро начали возвращаться ко мне. Подожди, я был в аварии, я был в больнице, но где я? И в этот момент кто-то снимает простынь с моей головы. И это был врач. Для меня это был как фильм замедленного действия. Представьте себя на его месте. Я просто увидел руку, которая держала эту простынь. И наши взоры встретились, наши глаза встретились. Я увидел, как эти пальцы разжались, эта простынь падает, а он просто убежал. Через пару буквально секунд прибежали медсестры опять с носилками, меня на эти носилки и обратно в операционную. К тому времени нашли уже кровь, доноров, которые были готовы сдать свою кровь. Мне сделали укол наркоза сюда в левую руку, это я видел и чувствовал. И прежде чем я уснул под этим наркозом, я увидел, как они вскрывали опять мои нитки. То есть они разрезали эти все нитки. И я уснул опять под наркозом. Им пришлось многое что убрать, потому что было столько порванных органов, что им пришлось это просто все удалить. Когда закончилась операция, меня отправили в палату реанимации. И там началась борьба за мою жизнь. В понедельник утром приехала моя жена. И я всегда говорю о том, что это благословение для меня. Это тот подарок, который мне дал Господь. Потому что для нее это было тоже нелегкое время. Особенно первые две недели, где шла борьба за мою жизнь. Никто не думал, что я буду жить. Врач ее тоже об этом предупредил, что он жить не будет. Но я знал, что я буду жить. Я просто, пользуясь этой возможностью, всегда говорю о том, что моя жена — это подарок от Господа. Для нее это было нелегкое время, полтора месяца сидеть у моей постели. Но она вынесла это. Я всегда говорю, что если однажды мы придем туда, в небеса, и Бог будет давать награды, я с удовольствием отдал бы свою награду ей, потому что она это заслужила. Это благословение для меня. В воскресенье я получила известие, что мой муж попал в аварию и что мне нужно срочно ехать туда, на место, где он в больнице. И я собралась с детками, и мы поехали туда. В понедельник утром только появилась возможность добраться до больницы, и меня пригласили помещение, там было много врачей, и начали спрашивать, есть ли у нас дети. Ну, я сказала, что двое детей, еще тогда не знала, что мы ждали еще одного ребенка. И со мной так стали говорить и говорить, ну, что вы должны настроиться на то, что вы останетесь одна, что ваш муж сильно пострадал, мы удалили ему такие органы, без которых люди просто не живут, и просто вы должны собраться с силами, вы молодая, у вас дети, и просто жить ради детей. И я начала
конечно, сильно плакать. Ну, начали успокаивать. И так я вот с такими сообщениями. Потом я увидела Андрея. Он то приходил в себя, то он опять терял сознание. Даже не знаю, там или он был под такими лекарствами. Ну, я не могла с ним ни говорить, ни вот так две недели. Где-то вот так была такая борьба. Я не знала это, что Бог ему сказал, что он будет жить. Я этого ничего не знала. И я просто благодарю Бога, что со мной были тогда рядом. Конечно, был Господь. Внутри он мне давал этот мир, который никто не может просто дать. И Бог мне посылал людей, которые тоже меня могли ободрять. Это были верующие люди с тех мест, с Баргузина, с Усть-Баргузина. Они помогали, когда мои силы кончались, они меня меняли. Со мной еще детки там были. Старшему было около 3 лет, младшей было 10 месяцев. И просто мы менялись, дежурили день и ночь. Мы не отходили от постели Андрея. Но это было еще только начало всех наших испытаний и этой славы, которую Бог начал являть в нашей жизни, в моей семье. И это было несколько лет потом и борьбы, и радости, и переживаний. Но я, глядя сейчас назад, могу сказать, что мои ноги, они прошли по прекрасным местам. А все потому, что со мной всегда был Бог. Он ни на одну минуту меня не оставлял. И я очень благодарна Богу за все это. Я благодарю Бога, что и по сей день Бог всегда рядом. Я всегда чувствую эту руку. Я всегда просто могу положиться на того, кто есть просто опора, помощник, кто... Тот, который никогда меня в своей жизни не подводил. И я благодарю Бога за этого человека, за Андрея, моего мужа, с которым я уже 19 лет могу служить Господу и вместе идти, быть ему помощницей. И то предназначение, которое Бог доверил ему, я могу помогать. И Бог рассчитывает на меня, что мы вместе можем сделать больше. Я просто... Благодарю Бога за подаренные годы, что мы можем рассказывать о любви Его, то, что мы пережили в своей жизни. А с Богом жизнь, она прекрасна, она полна чудес, она полна радости. И даже когда трудно, мы всегда знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все, все, буквально все, и хорошее, и плохое, оно все содействует ко Богу. На земле, то там вечности я хотел бы каждого из вас увидеть. Аминь. Если кто-то из вас вперед меня туда придет, ждите меня тоже. Я тоже туда приду, мы будем Господа вместе славить. Но идите за Господом, пусть вас Бог благословит. Я думаю, что у вас есть много-много вопросов. У нас есть наша группа здесь, кто-то в синих футболках, там они сзади еще есть, здесь впереди. Это те, которые приехали со мной из Германии. Все говорят по-русски, не переживайте. Я всю команду привез русскоговорящую. Они все говорят, вы можете подойти к ним, задать вопросы еще. Может быть, вы не посмели, у вас какая-то борьба, что-то мешает вам. Может быть, есть какая-то нужда. Вы можете подойти к ним, пообщаться, побеседовать, помолиться вместе с ними. Пусть вас Бог благословит. Слава Иисусу. Слава Богу. Ты на меня, как заметил ты, песчинку малую. Весь ненужный ил бережно омыл.
если бы не ты, жила бы я как все. Безнадежной тьме, слепой беспечности, как проник ко мне твой небесный свет, оживляя дух мечтой о вечности. В это счастье веги мне возможно ли? Понял ты со дна меня ничтожную, весь ненужный и